дружище, ты на канале Magic Family. Меня зовут Юми, я покемон, а не щенок, как тебе могло показаться. Боже, Юми до сих пор верит, что она покемон. Ой, ну ладно, она же еще ребенок. Так вот, у нас тут много разных питомцев, а еще хозяйка Аня. Но сегодня видео буду снимать я, потому что... почему? Потому что, вот. Понятно, Юмичу, а напомни нашим подписчикам про картинки к видео. А что с ними? Ну, про то, что на картинках, когда есть я, то, а если только питомцы, то... Точно, если на картинке к видео есть Аня, значит, видео мы все вместе. А если только животные, значит, это наш видеоблог. Молодец, Юмичу. Я знаю. Может, Юми, ты уже расскажешь, о чем видео сегодня будет? А то мы уже все заскучали. Сначала я еще скажу, чтобы подписывались и ставили лайки. Прирожденный видеоблогер. Подпишись и поставь лайк. Да уж, это точно. Сегодня я решила снять видео про своих приемных родителей, папу Эйвена и маму Мишу. По-моему, Эйвен нам все косточки перемоет сегодня. Мне кажется, что они меня не любят, и поэтому я решила рассказать про них и спросить их об этом. Юми, по-моему, это не очень интересная тема для видео. Эйвен, я переживаю, вдруг она скажет, что мы ее не любим. Миша, не надо переживать. Мы ведь неплохие родители, да? Да нормальные мы родители. Она же скажет, что мы ее любим, да? Я не знаю, что она скажет. Ну, то есть, беспокоиться не надо? Беспокоиться точно не о чем, это же Юми. А, да, точно. Вообще-то, но это же Юми. Она же вообще все, что угодно может сказать. Не слушайте всех этих стариков и Аню тоже. Они все ничего не понимают. Юми, ну ты уверена, что ты хочешь снять это видео? Это моя подростковая проблема, и я должна поделиться со своими зрителями. Хорошо, хорошо, ладно, Юмичу. Можно я уже начну, а? Прости, все, мы молчим, давай. Ну так вот, дружище, слушай внимательно. Это мои биологические родители. Это моя мама. Она тоже очень красивая, как вы видите. А это папа. Ой, а он очень похож, оказывается, на Мишу. Прямо копия. Я родилась и росла в питомнике. Я была такая маленькая, что не помню их, но все равно их люблю. Эйвен, мой папа, был у Ани давно, и у него была сестра Софи. А Мишу, мою маму, Аня спасла от усыпления. Они сразу же полюбили друг друга и поженились. Но они не могли родить ребенка, потому что у него нету таких штук. По-моему, никому не нужны эти подробности, а? Ладно. Короче, они очень хотели детей, и моя тетя Софи, я ее называю Софи-сан. Чего? А, да, я Софи. Придумала, что им нужно кого-нибудь усыновить. И Аня взяла меня, и я приехала к ним. Детка, иди сюда. Зачем ты накакала какашку на нашу кровать? Я супергерой, у меня есть плащ. Да. Фу, ты пукнула. Фу. Ой, какая же я была другая. Такая маленькая, толстая и неуклюжая. Ты много бегала и играла, зато ты поменьше говорила. Да. Ты что, хочешь сказать, что я слишком много говорю? Не-не-не, Юми, ты что, вспомнил просто. Тетя Софи-сан, ты, по-моему, у меня экран закрываешь. Меня же не видят подписчики, ну отойди, а. Да-да-да, Юми, прости, я просто отмечу хотела взять. Так вот, вот чем старше я стала становиться, тем больше мне стало казаться, что они меня не любят. Юми, но почему ты так решила? Объясни подписчикам. Во-первых, они отправили меня в школу, а это значит, что вы меня не любите. Да блин, Юми, мы просто хотим, чтобы ты была умная. Не-не-не-не, правда. Во-вторых, они мне вечно запрещают сидеть в интернете. А мне интересно. Да, Юми, просто в интернете много всякой ерунды. Ну и что? Так нечестно. Вообще-то, все это Юми называется как бы забота, вот. А кормить меня всякой скучной едой и не давать мне есть вкусняшки, это тоже забота? Да, Юми, это чтобы ты была здоровая. Объясните ей. А не давать мне все рвать, рушить и крушить, и писать, где хочу, и какать, где хочу, тоже забота, скажешь? Конечно же, это забота, Юми, мы все заботимся забота, о тебе. Забота? Забота? Че, правда, что ли? Ну да. Ну хорошо, а как же то, что вы хотите отправить меня к логопеду? Юми, мы просто хотим, чтобы ты научилась нормально разговаривать. Чтобы ты, Юми, не сопелявила и не картавила. Да конечно, конечно. Хотят, чтобы я молчала. Нет, Юми, чтобы у тебя была нормальная речь. Вот видите, вы просто все хотите, чтобы я была несчастная, а моя умная мама Миша вообще со мной не общается. Юми, это просто у мамы Миши проблемы, у нее было очень плохое прошлое, и она просто не может его забыть, дай ей время. Милая доченька, мы все тебя любим, просто нам всем трудно, а ведь растить ребенка так тяжело. Да, Миша, да, я пожму тебе лапу, ты просто мать героиня. Вы все врете, и ты, тетя Софи-сан, тоже меня любишь. Юми, мы все тебя любим, и никто тебе не врет, просто у тебя подростковый возраст, успокойся уже, хватит нас обвинять. Не любите? Любим. Не любите меня? Мы любим все тебя. Кто не хочет со мной беситься? Просто у взрослых есть свои дела. Кто не хочет со мной играть по ночам? Просто взрослым иногда нужно поспать. Вы не отпускаете меня гулять по ночам. Потому что нормальные собаки по ночам спят, Юми. А я не нормальная собака, я покемон. Успокойся, мы заботимся о тебе, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Чтобы ты знала, кто ты собака, а не покемон. Нет, я покемон. Ты щенок. Послушай, тетю Софи-сан. Я покемон. Оставьте мне хотя бы одну радость. Ой, боже мой. Ладно, ладно, ты покемон. И мы все тебя любим, Юмичу. Хоть тебе так и не кажется. Я папа, и как бы я себя не вел, я люблю своего ребенка. Да, даже если он бывает слишком строг. Ну ладно, а мама? Даже если я не самая лучшая мама на свете, или бывает устаю, я все равно тебя люблю. Да, потому что мы все... семья, и мы все друг друга любим, и тебя тоже. Просто это подростковый период. Ну, и иногда мы просто не умеем выражать свою любовь. Вот, я просто философ. Мы все тебя любим очень сильно. Ну,
Ладно, вы меня убедили, я вам поверю. И раз уж, Юмичу, ты все-таки решила быть видеоблогером, то не забудь передать привет своим подписчикам. Привет вот этим случайным ребятам, которые делают репосты наших видео в соцсетях. А еще не забывай подписываться на канал нашей Ани, у нее тоже там прикольные видео. А если тебе нравится наш собачий видеоблог, то напиши в комментариях, про что бы ты еще хотел посмотреть видео. И еще ставь лайк, я за тобой слежу. Пока, увидимся скоро. И все равно я покемон! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри её. Лялики, смотри я. Лялики, смотри я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.